Не выбрасывайте вещи, несите их в добрый шкаф. Под таким девизом прошла социальная акция в парке Наташинские пруды. Поучаствовать в ней мог любой желающий. Отдать свои уже ненужные вещи тем, кому они необходимы. И совершить таким образом доброе дело. Есть вещи, которые покупали, один раз одели, они не нравятся, или, в принципе, как бы что-то подарили, ты это не носишь. И эти вещи, они могут помочь какому-то другому человеку. Из вещей мы отдаем детские вещи, которые, из которых уже выросли, и свои, которые уже... Из которых тоже выросли. Из которых, в принципе, тоже выросли, да. Перед Новым годом каждый год освобождаюсь от тех вещей, которые нам уже служили службу, и, собственно, я их отпускаю для того, чтобы они служили дальше. Поэтому я очищаю свой дом. Цели у всех разные, дело одно доброе. Уже традиционно 4 раза в год в Наташинском парке появляется вешалка, на которую можно повесить вещи, если они вам больше не нужны. Волонтеры из благотворительного фонда «Добрые люди» аккуратно соберут их, рассортируют и найдут им новых владельцев. Необходимо только соблюдать некоторые правила акции. Если это куртка, у нее должна быть молния. Если это сапоги, они должны быть рваными. То есть обязательно должны быть вещи чистые, вещи сразу носибельные, ну и, соответственно, то есть те, которые бы вы сами одели дома. Принести можно не только одежду. Игрушки, бытовые принадлежности, постельное белье и даже конфеты будут кстати. Уже через пару дней все это разошлют по России. Мы вот сегодня тоже люберцы, частичка России, которая тоже стремится помочь людям, нуждающимся людям, тем более это дети и... От этого, наверное, светлее всем люберчанам, которые сегодня принимают участие в этой акции. Их действительно очень много. И несут действительно очень много детских вещей. Однако, несмотря на то, что деятельность фонда в большинстве своем направлена на детские дома, взрослые вещи тоже нужны. Они сослужат добрую службу для людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Яна Яковлева, Максим Горсков, Люберецкое районное телевидение.